Что? Не тому человеку ты надоедаешь, крыса. Эй, мам, что ты делаешь? Ищу дезинфектора. У нас завелась крыса. Ты о моем друге? Это крыса твой друг? Да, и его зовут Молох. И ты дал ему имя? Ну, может, ты пойдешь поиграешь со своим другом? Конечно, мам, увидимся. Будьте осторожны, вы двое. Я сегодня от тебя избавлюсь, чертова крыса. Погнали в магазин! Эй, детишки, куда направляемся? Мы идем в магазин, сэр! Что ж, залезайте, ребятки! А? Простите, а что это? Что ты имел? Я просто играю в доктора. Он только что проснулся, док. Что? Ладно, я знаю, что ему нужно. Вот, санитары, дайте ему это. Отличная работа, док. Похоже, у нас лекарство закончилось. Чего? О, вы наконец-то здесь. Прости, но как вас там зовут? Дезинсектор Декстер к вашим услугам. Я убиваю крыс, летучих мышей, котиков, и все это очень быстро. Я... Стоп, и котов? О, не-не-не-не-не-не. Я люблю котов. Я их обнимаю так, что их мозги вылетают. О, это прекрасно. Заходите, пожалуйста. И каких котов вы любите? Вообще никаких. Я предпочитаю собак. Спасибо, пока! Вы оба слишком малы. Мы достаточно взрослые. И у нас достаточно денег. Вы ведь понимаете, что сейчас июнь? Он не в курсе, что сейчас зудкий месяц. Мне не терпится поиграть с веселым чуваком. Давай создам его и посмотрим, как он кричит. Детки, вы поможете бедному и одинокому поставщику конфет? Конечно, мы любим конфеты. Это было легко. Окей, просто доставьте этот сахар в кондитерскую, иначе попадете в больницу. Погнали в больницу! Чё за... Боже! Этот парень убил детей! Кто-нибудь остановите его! С этим я удовлетворю свои нужды. Теперь осталось подождать, и я поймаю эту крысу. Жду не дождусь, чтобы свалить отсюда. Наконец-то он нашел ее. И поймал ее. А? Чё за... Вам нельзя здесь находиться. Вы хоть знаете, где вы? Кажется, мы просто гуляем в жутком месяце, да, тыковка? Да, так и есть. Точно, сейчас жуткий месяц! Я не думаю, что она в курсе, что это. Ты приседаешься и танцуешь примерно вот так. Что? Вообще-то, сейчас... Сейчас не жуткий месяц. Сейчас июнь. Пошли в кондитерскую! Эй! И что это вы, два болтуса, делаете тут? Почему вы дрожите? Ты что, не помнишь, Рой? Да, чувак, большой монстр. Оу. Так это был не сон? Хочешь с ним снова встретиться? Замолчите вы двое! Не могу поверить, что у меня неприятности из-за двух идиотов вроде вас! Рой, все нормально. Ненормально!
Я не знаю, что случилось в тот день, но я выясню это. И сейчас даже не октябрь, вы чудаки! А это чё? Это веселый чувачок! Йоу, у моей сестры есть такой же, он невероятно крут. Он даже поет песни веселого чувака. Чего он так долго? Ау, Декстер! Что с вами случилось? Можно нам, пожалуйста, мешочек конфет? Простите, ребятки, но вы получите их только на Хэллоуин. Ладно, ладно. Но, если что, то за вами должок, хорошо? Спасибо, Кирин! Ой, чуть не забыл! Чё? Чё это такое? Это сахар от поставщика конфет! Пошли смотреть телевизор! Что еще за сахар? Что еще за поставщик конфет? Пока-пока, Кевин! Хорошо, Кевин. Думай, как я могу выбраться из этой ситуации. Все хорошо, Джек. У тебя не было намерений стрелять в него? Вау, полицейский кого-то пристрелил. Вот это сюрприз. О нет, я произнес это вслух. Может, скажешь, что это такое, сынок? Как вы видите, это сахар. Да, сахар от нового поставщика конфет. Да, это для новых конфет. Так, ну все, я его пробую. Ну все, мне хана. Это конец. Они отправят меня в тюрьму. Для меня все уже кончено. Оу, это сахар. Погоди, реально? Да. Так точно. Это, можете попробовать новые конфеты вон там. Я угощаю. Ну, спасибо, кондитер. Эй, а конфеты-то хороши. Да, теперь ты понимаешь, что я чувствую, когда курю. Еще один день для меня прошел. Ахораси Чимако, отдавай нам сахар! Забирайте, он меня душит, забирайте! Вамос! Я ненавижу эту работу. Я буду разрывать тебя максимально долго. Мам! Можно нам, Кити? Вы двое! Вы держали меня на чердаке 2 года! Я ел пауков и крыс! Я сожгу вашу кожу и съем вашу плоть! Дети, бегите! Это не Молох! Стой! Но это он! Нет, это неправда! Он красный и крутой! Этот желтый и скучный! А? Как-то я знаю! Поверни свою голову вокруг Сеи! Только демоны умеют так делать! Ладно, но после я вас убью! Видишь, это не он! Эй, мам! Можно нам что-нибудь посмотреть? Конечно, детки. Конечно. Эй, мам! А сейчас жуткий месяц! Почему бы и нет? Это жуткий близнецовый месяц! Сейчас все-таки жуткий месяц! Сейчас жуткий месяц! Чё? Чё за хуй? Ha ha ha!
свои лица!